Итак, я хочу пригласить на сцену замечательную молодую певицу, которая, к счастью, недавно приехала совсем из Союза независимых государств, как это сейчас там называется, живет в городе Хайфа, ее зовут Анна Дахин, и вместе с ней танцуют призеры международных соревнований в Израиле и за рубежом Ева Дорфман, Матан Ройсман, Элиан Златопольский и Эниель Криневич. Естественно, в сопровождении...